Зон отдыха в Хортицком районе станет больше. По крайней мере, создание такой инфраструктуры предусмотрено генеральным планом. Главный документ развития Запорожья обсудили в Хортицком районе. Шестой из семи районов города ознакомился с новым генпланом. В департаменте архитектуры и градостроительства отмечают, предложений горожан накопилось уже немало. А потому в ближайшее время комиссия займется их рассмотрением. У жителей Хортицкого района вопросов немало. В основном они касаются создания спортивных сооружений. Стадион, говорят жители, обещали построить еще 5 лет назад. Я вам отвечу конкретно. Как можно назвать конкретные сроки? Когда будет создана городская программа развития и строительство таких спортивных сооружений, то она будет рассчитана на 4 или 5 лет и должны каждый год предусмотрены выделение денег из бюджета. Поэтому я предлагаю, как концептуально, это свое предложение по развитию зон отдыха и спортивно-оздоровительных сооружений, подать его в письменном виде. Стадион можно построить только за деньги. А деньги должны быть выделены из бюджета по программе. Кроме того, в районе нет бассейна. Но в скором будущем его планируют создать на базе 9-й школы, пообещали чиновники. А крупномасштабная спортивно-оздоровительная площадка по планам будет создана на базе карьера. Но не скоро. Срок его работы рассчитан еще больше, чем на 15 лет. Будет развиваться большая спортивно-оздоровительная зона в районе карьера. И ваш парк казачества, который, к сожалению, частично находится за пределами городской черты. И с развитием этой зоны отдыха, в этой зоне действительно можно развивать объекты отдыха и спорта. Обсудить генплан развития Запорожья еще предстоит в Шевченковском районе.